نعم، إذا لم يكن لها عادة معلومة ولا تستطيع أن تفرق تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، هذه يسميها العلماء متحيرة، يعني محتارة، لا تعرف ماذا تفعل، وهذه القسم الثالث. А если говорит женщина, нет у нее определенных дней, в которые у нее идет хайд, и также она не может отличить кровь, одну кровь от другой, тогда такая женщина, что она называет ее мутахайра, то есть она не может отличить, то есть когда у нее начался хайд, когда не начался. И она не знает, что делать, когда молиться, когда поститься. И эта кровь может идти больше месяца. Да. فهذه ترجع إلى عادة أقربائها. И она говорит, тогда возвращается к обычаям тех женщин, которые из ее родственников, близких ее родственников. يعني, как, у них أختها, مثلا, как у ее сестры, например, идет. والدتها, или ее матери. بنت خالتها, خالتها, مثلا. Или ее тети, или до, или сестренки. نعم, فترجع إلى غالب العادة عندهم. قال غالب العادة سبعة أيام. إذا هي تبقى سبعة أيام في الحيض. وبعد هذا استحاضة. То есть она смотрит, сколько у них хайд длится, не скажет, например, 7 дней. Тогда она выделяет 7 дней, считает их как хайд, а после этого считает, что вся кровь, которая идет, إذا, будет истихана. إذا وجدت المرأة قبل أن ينزل الدم ألم في بطنها, هل تصلي أو لا؟ نعم تصلي. تقف عن الصلاة فقط عندما ينزل الدم. نعم. يعني المرأة الآن هي لم يأتيها الحيض. لكن تشعر بألم في بطنها هل تصلي وهذا الألم تقول هو ألم الحيض مثلا نقول تصلي حتى ينزل الدم نعم. То есть также говорит бывает так что перед хайдом у женщины начинает болеть живот и говорит женщина в это время не должна оставлять молитву то есть перед месячными когда начинает боли в животе то есть это оставляет же молитву только тогда когда начинает выходить кровь. نعم إذا شكت المرأة في الدم هل هو حيض أو غير حيض فماذا نحكم بماذا؟ أنه حيض أو غير حيض؟ نعم. И если женщина не знает, да, отличить кровь, это кровь месячных или нет, то что делать? ليس بحيض. إذا شكت ليس بحيض. То есть если она сомневается, что это месячный или месячный, тогда это говорит не является месячным. لأن الأصل عندنا الطهر للحيض. Потому что основа у нас это طهر, то есть чистое состояние, а не состояние хайда. والله أعلم. И Аллах об этом знает лучше.